Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК. Выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе еще сейчас находятся какие-нибудь чужеродные чипы, датчики, импланты. Или подключки, голограммы. Все это выходит и становится рядом. Копии все выходят. У меня голограмм нет, но у не на голове что-то. На голове что-то. Отлично. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком чистых энергий абсолютно. Берем ее в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Анастасии поднимайся в комнате диагностики. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Анастасию. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, она доверит. Хорошо. Что у нее там над головой? Посмотри, Вера. У нее как отражатель, С корона. Нет, как корона из перья. знаешь, у индейцев такие были. Хорошо, силами его намерения снимает эту корону, она улетает в клетку тюрьму. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Готово. хорошо. И я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать пространство над головой Анастасии, под ногами, слева, справа, три. Заложников. Один, два, три. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Анастасии. Находит все что они как тараканы из них побежали все. Кто? Красный дракон выпрыгнул. О -о -о. Инкуб. Поехали. Гуманоид. Великолепно. Компания. Дальше. есть у нее. Конечно. Как же без паразитов. Все. Четыре канала, Вера, да? Снимается все маски и голограммы в клетке присутствующие Проявляется согласно своему эфирному коду ДНК. Считай, пожалуйста, герцовку у демона. 12. 12 герцов. Так, гуманоид, откуда ты? Вирус. Ловец чего? Не отвечает, Вера? Латану просканируй, сожги голограмму. Если это голограмма, 1, 2, 3. Если есть защита, сжигается защита. Пошел удар. И от гуманоида выстраивается канал к другим ответственным. Один, два, три. Если кто-то связан по каналу с ним, силами его намерения я притягиваю в клетку тюрьму, становится моим заложником. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. У него, значит, гуманоид, гуманоид есть. У него защита просто была. И ящер притянулся. Ну, вот так вот. Ты посмотри. Оно считает цифру этого ящера. Гуманоид таки есть или это голограмма? Гуманоид остался, у него была нет. защита. Теперь нет ее. Теперь нет ее. А хорошо считай цифры над головой ящера. 322. Пфф. Ящер, что ты здесь делаешь? Гуманоида контролирует. Ты дал ему задание для тебя сделать какую-то работу. Ты заказчик преступления, а он исполнитель преступления. Ты знаешь, такие вещи очень сильно наказываются. Я ни при чем. А кто при чем? Кто при чем? Меня здесь тоже не было. Ты знаешь, Ящер, я тебе потом в конце сеанса покажу наши технологии, и я тебе докажу обратное. Мы посмотрим, был ты там или нет. Хорошо, я объявляю всем присутствующим программу. Вы обнаружены. Сейчас происходит чистка биополя. Анастасия, мы здесь законно, вы все здесь нелегально. Сейчас начнется реверс энергии, мы отдадим вам все темные ваши энергии, которые вы ей дали, заберем у вас все светлые энергии по праву, после этого я дам команду выйти, вытащить все, что вы оставили, после этого я провожу проверку двумя миллионами герц, те, кто меня обманет, те сгорят в клетке в течение одной секунды. Те, кто пройдут проверку, тех я отпускаю на первый раз. Если они повторно после произнесения человека манифеста и расторжения всех контрактов будут замечены в этом биополе, а мы это биополе теперь будем охранять, они без разговоров при попадании в эту клетку автоматически будут уходить в галактическое ядро. Всем понятно, я надеюсь. Хорошо. Переходим к процедуре реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Анастасии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную энергию в ее биополе. Начали выстраиваться каналы ко всем ответственным подселенцам. В сущности, каждый подходит к своим каналам. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродное по отношению к Анастасии, энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо так меня интересует, кому эта шапочка принадлежит? Гуманоиды они вот эти перья, они как-то вверх идут, как антенны. Хорошо, гуманоид. Ты уже знаешь, что я тебе сегодня на голову одену и какую я с тебя антенну сделаю. Вся Вселенная будет твои крики слышать. Украсили они ее. Хорошо, я украшу вас сегодня. Вы точно на свою чистоту сегодня уже не уйдете, я вам гарантирую. И вы поймете потом, почему. Вы перешли черту. Вы, в отличие от всех других, интерферентов не энергии только воровали. Вы душу воровали частицы ее души. И если я хоть одну частицу найду, вы, ой, ой, как вы пожалеете. Ладно, хорошо, ждем окончания реверса. Итак, я спрашиваю красного дракона. Считай цифру у него над головой, пожалуйста. 2084. 2084. У него одна голова? Одна. Хорошо, 2084 дракон красный. А что ты здесь делаешь и как долго ты здесь находишься? Тая синергия. Как долго ты находишься здесь, в биополе ее? Нет. Пять лет, да? Да. Хорошо. Каким обманом ты вошел в ее биополе? Кем ты предстал, что она тебя впустила? Помощником. В каких сферах? Защитником. Защитником. Значит, ей не хватало защиты какой-то, и ты ей предстал внутренним защитником. Понятно. Я правильно понял? Так. Хорошо. Спрашиваю, Инкуба. Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? Один год. Один год. Хорошо. Так. Гуманоид, как долго ты находился с Сириуса в ее биополе? Три года. Три года. Это на три года больше, чем нужно. Итак, ящер, как долго ты находился в этом биополе? Он не находился. Если ты притянулся, значит, ты находился. Как долго ты связан с этим биополем? Чуть больше трех. Чуть больше трех лет. Значит, ты зашел первый, а потом привел сюда гуманоида. Хорошо, Демо, Демон, что ты здесь делаешь, 12-герцовый? Я вообще не понимаю. Как ты вписываешься в эту компанию? Он показывает на ее ноги. Это то, Он что делает. ты там оставил? Две ноги, одеты как... В один сапог? Их два сапога, но они как сварены между собой. И mm -hmm. это не сапоги, а такие маленькие. Как ботинки, и это... он говорит, что сама она искала черной энергии, в магию ввязывалась. Тут я и пришел. Как долго это, когда это было? Три года. Три года назад. Я задаю вопрос Анастасии. Анастасия Демон утверждает, что вы какими-то практиками магическими занимались. Демон как говорит, что он три года сидит. Он три года сидит. Хорошо. Она занималась этим раньше. Понятно. Хорошо. Итак, Ирина, Анастасия, вы, вку... вы занимались магией? Он говорит, что она искала, да не там. Понятно. А как ты зашел? Я не пойму. Человек просто читает книгу или он делает какие-то ритуалы, объясни мне. А нет, она ходила к кому-то. Оттуда он и пришел. А, он перепрыгнул от этой гадалки. Или она его подключила, мне это важно узнать. Если она тебя подключила, я ее вытащу. А тебе отдам лярвы на этом теле. У нее портал открытый. Никто меня не подключал, сам даже. Хорошо, какой портал у нее открыт, объясни мне. Он про мага говорит. А, у мага портал открыт, да? То есть практически да. во время сеанса ты зашел туда, да? увидел ее и вошел в нее в ее биопуль. Или, или как это было объяснить? Он говорит, что постоянно кто-то там есть. Я вот к ней подцепился. Я не спрашиваю за всех, я спрашивал за нее и ее ситуацию. Пожалуйста, не, не заставляй меня повторяться. Меня это раздражает. Итак, ты зашел во время сеанса, правильно? Да. Все, хорошо. Когда этот сеанс был? Три года назад? Да. Понятно. Хорошо. Все. У меня вопросов больше нет. Ревер закончился, да, Вера? Посмотри, пожалуйста. Ревер закончился. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Анастасия забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Анастасия себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. А кто был ответственен за ее болезни, Анастасии? Кто из вас давал ей больше всего негатива? Кто-то влиял на ее здоровье? Ну, вы все влияли. У нее отток энергии от, от этой короны с перьями. Понятно. Хорошо. От этой короны с перьями. Что вы за такие сущности? Я вот не пойму, гуманоид. Вы же паразитарная сущность. Нам нужны эти энергии. Так что надо их воровать, вы не можете вырабатывать. И зачем тебе нужна ее энергия, объясни мне? Зачем ты ей угробил жизнь, здоровье, гробишь ее ради каких-то энергий? Почему ты не в состоянии себе самому эти энергии выработать или подключиться к ним? Вот я и подключился. Ну, а ты не можешь напрямую подключиться к Абсолюту? И получать его энергии, ты же не его энергии хотел, ты человеческие энергии воровал. Если я сейчас увижу человеческую бежевую энергию, Вера идет реверс бежевой энергии от кого-то? Посмотри, пожалуйста. Нет, яркие энергии тут сочные. Хорошо, хорошо. Ну, мы посмотрим. У нас есть другой вариант. Я спрошу того, кто знает, точно. Что они делали? Готово. Хорошо, отлично. Все. Так. Переходим тогда сейчас к процедуре. Вытащи все, что оставил. Красный дракон. Выходи, вытаскивай все платы, все, что ты оставил, в ее биополе, все подключки, все свои энергии, все забирай. И докладывая готовности к проверке. Я еще раз напоминаю всем: если кто не пройдет проверку, тот уходит в галактическое ядро. Все. Он достает платы с нее. Где? В спине? Это сердечная чакра. Там холод шел, да? Вытащил все. Хорошо. Так, я обращаюсь к демону. Демон, вы ху... Демон, скажи мне, где лярвы находится на ее теле? Ни живота. Ты хочешь их получить от меня? Хочешь меня спросить? Чу. Хорошо, выходи, тогда демон, снимай сначала все, что ты оставил в ней, проверяй, только и доложи о готовности. После этого дам тебе разрешение забрать лярву приступаем. Демон, расскажи мне, покажи ситуацию, когда ты к ней подключился. На какой энергии это было? Что там был? Крик, или там было горечь, или там страдание, или там что было? Какая эмоция? Когда обращаешься к магу, ты уже понижаешь вибрации свои. Все, что мне нужно было, это просто зайти. Хорошо. Вот. Это пусть информация служит всем руководством. Всех Я телевизор. скажу, что вы поняли. Обращаясь к магам, вы идете против своей чистой части души. А это твои вибрации, твои энергии. И ты чувствуешь моментально приглашение в это биополе. Я правильно понимаю? Душа против, но вы все равно идете в надежде на чудо. Вот такое чудо вы и получаете. <laughs> демон, а ты с юмором молодец. Согласен, тут ничего Я не скажу сделаешь. Скажу честно, в ее случае там было больше любопытства. Ну, понятно, есть и те, кто уже экспериментирует. У нас есть, к сожалению, встречаются такие люди. Таких мы не берем, конечно, на чистку, тех, кто добровольно этим занимается. А потом, когда в него входит 25-герцовый демон... Они начинают кричать о помощи, а мы не можем им помочь. Мы не можем. Не имеем права. Они заключили контракт с Демоном. Он снял с нее все. Хорошо, Демон, я тебе разрешаю снять лярвы. Снимай все лярвы, которые на ее теле. Только аккуратненько вытаскивай, не повреди тонкие тела. Не живота лярвы, у нее. Угу. Забрал. Хорошо. Так, у нас остался, значит,. Гуманоид с ящером. Гуманоиду выходить не надо, он может сам все свои присадки вытащить. Гуманоид вытаскивает все свои присадки. И энергии выводи все. У нее как шапочка на голове вместе с этими антеннами. И все эти антенны, все вместе с шапочкой в клетке тюрьмы остаются проводами все это вытащило. все, провод, все, спровод, все отправляется в эту клетку, где шапочка. Да будет так. Гуманоид возвращается назад. Хорошо. И я даю команду сейчас. Включая Анастасию внутренний белый свет. И она начинает выдавливать из своих всех семи тонких тел. Оставшиеся энергии, остаточные энергии из ее всех семи тонких тел. закручивая Раз... в ша... Да? Хорошо. И все, что инкуб еще оставил, все выходит в этот шар. На чистоте инкуба выходят все его подключки, разрезаются все ленточки, все ошейники снимаются, все корсеты. Сладкая да. энергия какая-то. Что что? Сладкая энергия. Гладкая? Сладкая. Сладкая, хорошо. Это от инкуба идет информация. Да. Или это Понятно. Готово. Хорошо, большой шар получился. Но там от инкуба присадки разные. Ну, понятно, да, все, что вышло там. Ремешки. А от этих всех остальных было еще что-то? Много остаточное что-то. Хорошо. Открывается под этим шаром портал галактическое ядро. 1, 2, 3. Он улетает в галактическое ядро. На переработку закрывает, печатаю, растворяй. И я даю команду на... Э, вернее, подхожу к Анастасии, кладу руки на плечи, помогаю ей. Мои энергии сделать импульс высокой вибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам значит счет 3-1, 2-3. Да, будет так, а так и есть. Сжигаются все каналы, открывается портал в галактическое ядро, все каналы улетают в галактическое ядро на переработку, закрываю печатаю, растворяй. Готово. Будем тогда отпускать. Я обращаюсь к присутствующим, они больше не будут входить в это биополе. Демон, ты все понял, да? С драконом красным и инкубом. Да, он понял. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой пришел, принес и забира... забывает дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Демон готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Так, Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Инкуба. Один, два, три. И Инкуб уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Ли, Ли, пожалуйста, выйди на связь. На связи и приветствую тебя у меня здесь гуманоид Сириуса и один ящер который утверждает что он не причастен вот сняли шапочку какую-то с перьями человек очень плохо себя чувствовал три года сидели посмотри пожалуйста я не могу ситуацию оценить сосали энергии как и все остальные отпускай хорошо Благодарю. И так, гуманоид, с ящером, вам сегодня очень сильно повезло, другим меньше повезло, поэтому сделайте вывод из этой ситуации. Вам больше нельзя входить в это биополе. Ни при каких условиях. Вам это понятно? Ну, им понятно, но от них идет, что это будет от нее зависеть. Хорошо. Ну и тогда я скажу, от вас будет зависеть, встретитесь вы со мной или нет. Потому что если вы не дадите человеку вас становиться, и завтра, или через неделю, или когда-то придете опять, она мне позвонит и скажет, вот так-то и так-то, и через 10 минут вы будете стоять в клетке. И после этого вы уже уйдете в галактическое ядро. Я вам обещаю. Всем понятно? Понятно. Все. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида 1, 2, 3. Он улетает на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Открывается портал на чистоте наверху, против, э, на, открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте. Ящера. Один, два, три. Ящер уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяя. Клетка пустая, Вера. Или там шапочка осталась? Шапочка есть. Хорошо открывается под шапочкой портал галактической дрона улетает галактическая дрон на переработку, закрывая печатая, растворяй. включаем высоковибрационные фиолетовые лучи и вытесняем всю из нашей комнаты остается твоя энергия моя и Анастасия. Хорошо, поехали по частотам и переходим на частоту магическое воздействие, если таково такого есть проявляется значит идет картинка магия она обращалась сама. Также карты Тара. Так. И что она делала? Какая-то магия. Есть на ней магическое воздействие какое-то? Или она производила какие-то магические действия? Считай информацию. Она обращалась, интересовалась. Хорошо, она не делала никаких э -э черных дел. Она. Ну, это. Она не пыталась сказать... никого притянуть к себе, воздействовать на кого-то. Нет, это был -э поиск себя. Понятно, хорошо, просто я бы сейчас сразу бы прервал сеанс. Если бы мы обнаружили, человек занимается черной магией, если это было для познания своих внутренних каких-то знаний, получения, то это другая причина. Хорошо, есть какой-то канал у нее, какой-то к этим магическим еще делам, выстраивается канал, если такого есть. Или эгрегор? Есть эгрегор? Нет, нет. Хорошо. Значит, мы тогда оставляем эту ситуацию, переходим Мысли формы нужно убрать. Хорошо. Мысли формы. И открывается под этой мысли формы портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Оно улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Из живота тонкой копии Анастасии два пальца ниже пупка. Если где-то осталась еще негативная энергия, то энергия проявит в виде темных пятен. Один, два, три. Пошел свет. У нее с ногами что-то. Ощущение, что там нет мяса, только кости. Так. В физическом теле. То есть это какой-то удар энергетический, что ли. Не пойму. А его видно этот удар? Нет, я просто вижу ее вот как проблемная зона, что ли, она ноги у нее. Ниже, ниже колен. Хорошо, откуда это воздействие? Энергии нет. Отток энергии. Хорошо, есть какие-то воронки под ногами? Посмотри, а если есть, они проявляются? Нет воронок у нее, это отток энергии, вот через эту вот шапку шло и началось ног. Хорошо, значит, это последствия этого воздействия, да? Да. Хорошо, это ничего не новое, то, что мы не обнаружили, я это хотел услышать. Нет. Хорошо, поехали дальше. Так, вышли эти энергии, остаточные у нее? где мы остановились? Да, вышли, хорошо. да. Вышли хорошо. Тёмные. Вышли темные энергии. Она готова с ними. Так, хорошо. И открываем воронку против часовой стрелки. Появляется твой высоковибрационный инструмент для. Готово. Хорошо. И утилизируем вместе с инструментом, уносится в галактическое ядро на переработку. Закрывай воронку. Опечатай, растворяй. Есть? Да, готова. Я не слышал. Хорошо. По закону свободы воли души и свободному права распоряжаться собственными энергиями. Анастасия должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, она готова. Хорошо, я говорю вслух, а и тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызывая все соглашения, контракты, всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Один, два, три. Вышли договора? Да, вышли. Хорошо. Так, магических никаких у нас нет контрактов. У меня вышла книга какая-то. Хорошо. Книга, считай информацию, что это такое. Анастасия может сама посмотреть контракт в виде книги, которая у нее лежит там. Уверен, он отрицательный для ее жизни. Что там стоит? Но он открывает его, из него свет идет какой-то такой бледно-зелено-голубой, такой бледный цвет. Фальшивый. Когда он был заключен и с кем пошла информация? Содержание контракта. Это не гуманоид с ящером подсунули? Контракт космический. Космический контракт. Понятно, значит, это лживый контракт, который они влезли. Хорошо, она готова с ними расстаться? Повода. Хорошо, я объясняю просто, Анастасия, Анастасия, на основании этих контрактов они находились в вашем биополе. Они вам пообещали какой-то свет, вот гуманоид с, этим ящером, и вот так вот они входят посредством таких договоров, контрактов. Хорошо, пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я, ранее, все, я свободная душа. Открывается портал в галактическое ядро, один, два, три, и эти все контракты улетают в галактическое ядро, аннулированы, сгорают. Закрывая, и растворяя. Готово. вот на основании этого контракта они с ней вытягивали всю энергию и то есть они полностью вытянули из нее все энергии до колен. Абсолютно она пустая, так что там косточки остались. То есть в какой-то момент они бы ее высушили полностью. Я не понимаю, почему их отправили. Я бы, честно говоря, таких паразитов не отправлял на их чистоту. Видимо, потому что душу они не трогали. Скорее всего, ты права. Хорошо, все. Пусть повторяет за мной. Я беру ответственность за свою жизнь, в свои руки, выражаю это намерение своей души и личность. А, сила моего намерения да будет так. А так и есть. Прочитала, она? Да? Намерение есть у нее хорошее, но такое небольшое. Широко, далеко не идет, пока. Хорошо. Отлично. Пусть тонкая копия. Анастасия вспомнит. вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 680. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Анастасии до значения 680 герц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Оно она как привыкает к себе новой, смотрит на себя, трогает все. Как вы себя чувствуете, Анастасия? Она говорит, что я пока не поняла, но эти вибрации мне очень приятны. Хорошо, давай сейчас тогда еще раз поставим сканер. И скеннер я включаю медицинскую программу на ноги. Свет не хватает. Один, два, три. Сканер начинает сканирование. Медицинское. Он сканирует, но информация идет, что... То, что ей нужно это активизировать родные энергии. Хорошо, будем искать тогда родные энергии сначала. Это, скорее всего, куратор сможет сделать. Да. Хорошо. Мы приглашаем куратора Анастасии в нашу комнату. Прошу вас, уважаемый куратор, придите. приветствую вас приветствую вас кто вы представьтесь пожалуйста как нам обращаться к вам лад 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 очень приятно вы куратор или учитель уважаемый лад Он говорит что меня зовут ладан как ладан. удобнее так и зовите ладан мне будет удобнее хорошо уважаемый ладан вы куратор Анастасия? Я куратор. Замечательно. Мы сегодня проводили чистку Анастасии по ее воле и излиянию. Вы в курсе, кого мы там вытащили. И Анастасия еще позже пожелала задать 10 вопросов своему куратору. Длинные вопросы. И я прошу вас ответить на эти вопросы. Будете ли вы так любезны? С великой радостью. Я отвечу на ее вопросы. Замечательно. Хорошо. Тогда начинаем с первого вопроса. Какого уровня мое высшее я и откуда моя душа? Здесь давно все пропитано этой энергией. Какая душа сплеят? Плеяды. Десятый Пле... уровень высшего я. Плеяды, десятый уровень. Замечательно. Еще одна родная душа. Мы тоже сплеят. Я полагаю, уважаемый Ладан, вы тоже с плеяд, да? Да. Понятно. Приветствую вас. Хорошо, так поехали ко второму вопросу. Благодарю вас. Сколько кармических узлов запланировано на это воплощение? И сколько еще осталось пройти? Несмотря на то, что ты пребываешь на Земле, короткая, короткий отрезок времени. Ты уже прошла два кармических узла, четыре впереди. Благодарю вас. Я перехожу к следующему вопросу. Третий вопрос для чего даны такие сложные отношения с отцом? Это у меня кармический узел. Нет, это не кармический узел. Это урок отца, который он так и не прошел. Понятно. Благодарю вас. Я могу переходить к следующему вопросу? Да. Четвертый вопрос. Почему в жизни столько испытаний, которые психологически трудно переживать? Например, суд папы, суд дяди, онкология одного из самых любимых людей, множество негативных ситуаций во время учебы в Англии, попытки очистить, очистить отчислить меня из уни университета людьми, которыми, которым как никому другу, простите, людьми, которым как и никому другому, сколько себя помню, ничего плохого никогда не делала. Вот такой вопрос. Ты поставила себе высокую планку. Чтобы ее достичь, нужно пройти определенный опыт. И эти трудности делают тебя сильнее для твоей будущей жизни, для Пути, которые ты сама выбрала. Благодарю вас. Пятый вопрос. Почему я болею так, что не могут даже поставить диагноз? Как выйти из этого состояния, из-за которого я вынуждена практически только лежать? Я полагаю, речь идет о интерферентах. Благодаря этому ты здесь. Отлично. Тоже В таком верно. В молодом возрасте. Это очень хорошо. Вы знаете, мы встречали людей за 80 лет, которые приходили сюда. Самый молодой у нас, по-моему, 17 или 18 лет был. Я считаю, это очень хорошо, когда молодые люди уже в этом возрасте понимают смысл. Благодарю вас, уважаемый Ладан. Я могу переходить к следующим вопросам. То есть, как выйти из этого состояния, тут все было понятно. Это все, что она получила, это шло от интерферентов, правильно? Правильно. Хорошо, значит, не будем задерживаться на этом вопросе. Все ваши ответы сегодня мы видели своими глазами, уважаемая Анастасия. Шестой вопрос. Есть ли особая связь с душами моих бабушки и дедушки по линии отца? Виделись ли мы с ними в прошлых жизнях? Да, виделись. Хорошо. Седьмой вопрос. Почему большая часть дружественных, рабочих отношений с людьми заканчивается предательством с их стороны? Учитывая, что я даже ничего негативного никогда им не желала. Проблема во мне или в них? Я не могу говорить за чужие проблемы. Для тебя это великолепный опыт и подготовка к будущему. Благодарю вас за этот ответ. Все понятно. Восьмой вопрос. Можете ли, пожалуйста, подсказать, какое направление деятельности мне выбрать, чтобы оно одновременно приносило как и максимальную пользу людям, которые я могу дать, учитывая личностные качества, так и высокие материальные блага, большую часть которых в будущем я могла бы тратить конкретно на благотворительность. Если не захочет отвечать, то спросите, пожалуйста, могу ли я чем-то помочь людям в глобальном смысле, так как не хочу, так как хочу быть максимально полезной как можно большему количеству людей. Вот это конец вопроса. Странный вопрос, если учесть твое состояние здоровья, в котором ты лежишь. Помоги себе, тогда ты сможешь и другим помочь. Большую часть времени. Учитывая твои предыдущие вопросы, согласен. Все, что тебе нужно, это начать себя, узнать, кто ты, узнать твою силу, начать развивать свою душу в правильном направлении. Поэтому ты получаешь опыт в разных направлениях, в том числе предательства, знакомых и друзей, зависть. Нападки от людей, которым ты не делала зла. Научись справляться с этим, прежде чем думать о глобальном. Благодарю вас. Вы закончили, уважаемый, ладно. Да, я закончу. Здесь нечего добавить, здесь все понятно. Девятый вопрос. Хотела бы попросить рассказать про, э, про последнее или самое интересное воплощение моей души. Какой я там опыт приобрела? Это интересно. Учитывая, что вы живете на Земле, я думаю, что речь шла о последнем воплощении на Земле. Я полагаю, да. Какой год, какая страна, родительности, чем занималась? Была ли счастлива, семья? Такие вопросы. У тебя было несколько воплощений на Земле. Одно из твоих жизней было во время извержения вулкана Везувий. Но я расскажу про жизнь про жизнь а, более близко к этому воплощению 1785 год австрия была музыкантом играла на флейте мужчина женщина женщина здесь ты пересекалась с бабушкой и дедушкой поэтому музыка музыка. Как ее жизнь прошла? В любви. Муж был прекрасный рядом. Умерла от чехотки. В каком возрасте? 43. 43 года. Но она 43 года, она была счастлива в замужестве. Дети были у нее? Девочка. Девочка. Замечательно. Благодарю вас, уважаемый. Ладно, вы закончили? Или хотели да. еще что-то добавить? Благодарю вас. И у меня остался последний, десятый вопрос. Если чему-то желаемому постоянно что-то мешает, происходят какие-то ситуации, это для того, чтобы проверить мое упорство, насколько человеку нужно это, или чтобы остановить человека. Если бывает по-разному, то как это понять? Такой вопрос. Хороший вопрос. Пожалуйста. В твоем случае это упорство. То есть ты должна идти к цели, преодолевать препятствия. Если же ты спрашиваешь в общем, это зависит от человека. А вот стоит ли остановиться или стоит ли продолжать, только опыт может сказать. Если ты звонишь кому-то, и абонент не поднимает трубку, один скажет, наверное, так и должно быть. И он может многое потерять. Но перезвонив, через которое время он может обрести многое или решить проблему. Это самый простой пример. Каждый человек это знает. И каждый человек набирает такой опыт. Я пример, привел самый простой пример. Благодарю вас, уважаемый Ладен. Здесь все понятно. Благодарю вас. Вопросы у нас закончились. Я Вера. хотела сказать, что внутри себя каждый знает, нужно ли остановиться или, идти или нужно ли продолжать, знак ли это остановиться, или знак ли это проявить настойчивость? И это только каждый человек делает выводы для себя на основании своего опыта. Для тебя это упорство. И, как я уже сказал, нужно идти до конца. Но не всегда. Есть определенные моменты в жизни, но их очень мало, которые э, действительно влияют на твою жизнь. Если это что-то серьезное, мы говорим про смерть, и момент еще не наступил, как бы ты ни старалась, ты туда не попадешь, в эту точку. Что-то будет останавливать. Все остальное это получение опыта. Вы закончили? Я закончил, но не уверен, что вы поняли. Мы или Анастасия? И я немножко все намешал, но Анастасия задала вопрос относительно себя и в то же время спрашивая в целом. Так и есть. Я Лэпсон. старался ответить на оба. Я все понял. Я уверен, что ответ и Анастасии будет понятен, уважаемый ладно. Здесь без вариантов. В принципе, мы. Вот это был последний вопрос, ее десятый. На этом месте я, если вы желаете, я прошу вас, может быть, а вы активируете ей энергии, пропустите по кругу. У нее сейчас проблема с ногами, потому что эти интерференты у нее высасывали. Мы как могли, восстановили ей ноги. Сегодня залили все необходимые энергии, которые ей нужны. Я вот. вижу, она полностью заполнена. Я активирую энергию клиентов внутри нее. Благодарю вас. Готово. Благодарю вас, уважаемый Ладен. У меня еще один единственный вопрос к вам. Мы сегодня вытащили одного демона, который сказал, что он зашел к ней в тот момент, когда она ходила к какой-то гадалке или какому-то магу. Я прошу вас прокомментировать эту ситуацию. Ничего особенного. Присутствует и белое, и черное на земле. У человека есть выбор. Согласен, но в этом случае он вошел без всякого разрешения. Там портал в квартире у этого мага, и он очень чувствовал себя уютно в ее биополе. и люди, сказал, что... когда неосознанны, да. они делают неосознанные поступки? но душа внутри трепещет и отказывается от этого. Из-за этого, из этой разбалансировки вибрации падают, и вы открыты. Вот это все, что нужно знать, в принципе, о визитах к таким магам. Благодарю вас, уважаемые. Ладан, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. А здесь были уже сотни кураторов и учителей со всех уголков Вселенной. Каждый от нас всегда получает какой-то подарок. Это может быть мыслеформа. Если вы жили на земле, я могу вам любой пейзаж, любую картину сделать, которую вы хотели бы. можете взять с собой или предложить вам самые чистые экологические продукты, которые у нас есть на земле, которые с удовольствием представители плеяд, к которым я тоже отношусь, берут. Есть ли у вас какое-то желание? Я бы хотел добавить по последнему вопросу. Пожалуйста. Когда вибрации падают, и заходят низкие, низкие, назовем их миры, представители низких миров. У человека, опять же, есть выбор, белое или черное. Низкие миры будет тянуть вниз. И вот здесь начинается настоящая борьба. Человек начинает расти. Несмотря на то, что в нем сидит нижний представитель, он развивается и получает свою осознанность, несмотря ни на что, самое легкое здесь уйти вниз. Не сопротивляясь. Не сопротивляясь, но душа борется, Сердце ищет надо... выход, открывает двери и выбирает светлый путь. И хорошо, если она выбирает душа это сердцем, а не головой. Потому что в сердце мы всегда знаем ответ на наши вопросы, на любые вопросы. Здесь и... активируется все, все органы и чувства, так как идет борьба. И вот душа сейчас... выбирает свой путь. Мне кажется, Анастасия как раз сейчас в самой середине этой борьбы, особенно сейчас после чистки, когда она сама сказала, что она этих энергий не помнит или не знает, когда мы ее заполнили, убрали всех интерферентов, вот. Анастасия и... уже сделала свой выбор. Верно, да. Вот это я и хотел сказать, что она свой выбор сделала. Замечательно. Это мой ответ по поводу на твой вопрос по поводу магии. Понятно. Хорошо. Можно Значит, посмотреть это развитие понимаете я понимаю что это развитие но дело в том что даже среди интерферента мы их уже видели тысячи есть разные по вредности есть маленький черт а есть такая сущность как гуманоид который ворует душу и продает ее в рабство на другие планеты если такие мы должны быть откровенный астрал очень опасная вещь безусловно это все об это все опыт но могла ли анастасия в этой ситуации сама освободиться от этих подключек, дракона, демона, гуманоида и ящера. Ну, вряд ли. Вот и я так считаю. Поэтому для этого мы и существуем. Итак, вернемся к нам. Благодарю вас, уважаемый. Ладно, все понятно. Итак, ваше желание. Ты что-то говорил про экологически чистый продукт. Верно. Я приму. Хорошо. И дверочка у нас дары земли у нас специальные, вам очень понравится. И в твоих руках появляется большая корзинка для того, чтобы уважаемый Лад мог поделиться со своими друзьями. Самые вкусные чистые ягоды на земле. Один, два, три. Полная корзина ягод, все разные. Примите, пожалуйста, наши витамины. Мне нравятся эти цвета. И все круглые, почти. Цвета, Вчера у нас был представитель Урана, он очень удивился и говорит, они все круглые у вас почти. Я говорю, да, такие у нас ягоды. Это ягоды. Благодарю вас. И я благодарю вас, уважаемый Ладно, ну очень было приятно с вами общаться. Примите искреннюю благодарность за вашу помощь, за то, что вы пришли, ответили на эти вопросы, помогли Анастасии, активировали эти энергии. Я надеюсь, когда-нибудь и состоится ваш прямой контакт со своей подопечной, когда она научится выставлять канал защищенный. Обязательно состоится. Состоится. Пусть развивается, все будет хорошо и прислушаться к своему сердцу, а все остальное вы ей подскажете, если она запросит. Она запросит. Отлично. Благодарю вас. Приятно было с вами общаться. Мы будем прощаться. Нам нужно возвращать Анастасию в ее биоробот. Благодарю за эту встречу. В первую очередь Анастасию. За ее осознанность. Благодарю вас за то, что эта встреча состоялась. И я надеюсь на встречу в скором будущем. Благодарю вас за эти теплые слова. Так и будет. И рассинхронизируйся, Верочка. Ушел он. Хорошо. Анастасия, как вы себя чувствуете? Она прекрасно себя чувствует. Замечательно. Показывает свои энергии. Хорошо. Гармонизирован. Я еще хотел сказать, энергии плеяды, когда она захочет их активировать, они всегда активируются изнутри, не снаружи. То есть она должна дать себе команду, я активирую энергии плеяд, и они и представят, как они изнутри делают вокруг нее оболочку. И это будет ее защитой. Плеяда очень сильная, энергия ее никто не пробивает. Могу только подтвердить. Она все поняла. Хорошо. И для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию Анастасии в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.